Демонстрация гибкости, грации и красоты – это все можно было увидеть на соревнованиях по художественной гимнастике. Они состоялись во дворце спорта «Юбилейный Черкесска». Первенство Карачаево-Черкесии по художественной гимнастике собрало около 400 спортсменов. Настроение гимнасток и настрой судей, а также что нужно для победы на соревнованиях, узнавала Альбина Ламкова. Изящные музыкальные представления по художественной гимнастике юных спортсменок проходят ярко. Многие из них совсем еще маленькие. Не верится, что такие хрупкие и нежные создавали такие грациозные номера. Природный талант важен, но и трудолюбие играет немалую роль. Результат от выступления каждой гимнастки складывается из двух важных компонентов. Конечно же, первый и основной – это само выступление, танец. Второй – это внешний вид спортсменки – костюм, макияж и прическа. Перед выступлением легкое волнение, но об этом спортсменки не думают. Одни уже выступают, другие отрабатывают элементы перед выходом. И все же, как достичь высоких результатов в художественной гимнастике? Мы упорно тренируемся и стараемся с каждыми соревнованиями сделать успех. Нужно очень много тренироваться, много терпения нужно иметь. Гимнасток из станицы Зеленчукская выступление позади. Теперь они наблюдают за своими конкурентками. Мы уже выступили. Надеемся на победу, потому что мы долго тренировались, готовились к этим соревнованиям. Настя Жинкина приехала из Усть-Джугуйты. Сегодня она участвует в показательных выступлениях. В будущем мечтает стать лучшей в художественной гимнастике. И у нее все впереди. Мне нравится этот спорт, потому что он очень красивый. И я еще ни разу не занимала первое место. Каждая из участниц старалась показать лучший результат, будь то личное многоборье, либо групповые упражнения. Гимнастки использовали мячи, ленты, обручи и булавы. Мастерство оценивали независимые судьи. В групповых упражнениях выступили 14 команд по программе кандидатов в мастера спорта. На соревнованиях спортсмены, набравшие нужную сумму баллов по единой всероссийской классификации в художественной гимнастике, смогли выполнить норматив кандидатов в мастера спорта. Это звание будет присвоено, если этот же результат подтвердят на всероссийских соревнованиях. К сожалению, у нас в республике еще команда, мы не доросли. На следующий год думаем, что уже гимнастки 2006 года перейдут в разряд мастеров спорта, и у нас уже будет и своя команда в групповом упражнении. И хотелось бы еще отметить, что наше мероприятие проходит на новом ковре гимнастическом, профессиональном, который нам подарила организация «Паурус Гидро» Карачаево-Черкесский филиал. И большое спасибо директору. Блестящие организованы соревнования, прекрасно украшен зал. И такая атмосфера дружеская, взаимопонимание, взаимоотношения отличает Карачаево-Черкесский гимнасток и тренеров. Уровень художественной гимнастики в республике растет с каждым днем, отметили на мероприятии. На соревнованиях по художественной гимнастике были и красивые костюмы, и темпераментная музыка, и безукоризненное техническое исполнение участниц. Высокий уровень мастерства отметили на церемонии награждения. Победителям и призерам вручили кубки и медали. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.